Что за У нас две упоротели-то там? ПТ-хи, остальное все танки, да, получается? А чего так мало Е4-х? Да нахуй это Т-57 хэви, он еблан. Вот хэви, да, это, по-моему, полное фуфло. Ну, короче, как хотите, похуй. Как хотите. Ну возьми 50Б на свеги будешь. А у нас у меня нету. Максим, ты тут? Я делюксу, я делюксу. Тут. Ну бери танк. Соток дохуя что-то. Надо если что-то человек взять. Не уверен, что он сыграет ПТ-шки какие-нибудь. У меня есть зачем ПТ-шки. Возьмите ПТ, по-моему, максимум, играешь. Короче. У меня 268 еще есть. Какая разница? Это у кого? Это у кого? Какой ник? Рина. 110-ку. Давай, бери маус. У них вообще маус заебись заходил, по-моему. Да, маус нормально зашел вчера. Заебись вообще заходил. У нас дамаги мало получается. Не надо тяжелые, у них 3 СТ, зачем здесь дамаги не может быть много или мало. Здесь да, никто не может реализовывать свой дамаг. 15 минут сетап. У них здесь 3 должен СТ, быть нам танк, которому нужно играть. Много дамага. Нам нужно быстрее танки. Наконец-то впервые не парюсь, что брать нахуй. А если вместо Е100 нужно что-то побыстрее. 50Б. Мало. Надо как вчера, на похуй пойти убить и все. Вчера вообще не парились. Короче, раз барабан, два барабан. Я трезвый, блин. Три, все. Можно стартовать, короче, сказать все. Пойду нахуй, солюсь, если трезвый. Че, у нас 4 или 3 барабана? У них 3 стэшки, да? 4 стэшки. Ну у нас 3 барабана. Короче, 4 Е100 за глаза, но хватит для города. Остальные дамагеры. Все нормально, у нас 4, у них 4 стэшки. Пускай 7 едет в эту, блять, в дырку. Все, короче, ну пишите, что мы готовы, и все. Через башню свою. Давайте тогда 1 Е100, наверное, у базы останется, а 3 в город поедет, ну, в сторону города. Че-то гол, блядь, гол, пацаны! 5 Е100. У нас 5 Е100. Да похуй, поехали. Да пофиг. Вытягу! Всё, стартуйте. Спросите готовность только. Спросил, они готовы. Поехали. Всё, скрин. Стримера спроси. Надо стримера. Они должны быть всегда готовы. Они должны срать возле компа стоять, нет. Поехали! Ну и короче, такой ДПМный мягковатый сетап, надо по фокусу только разбирать. Так что делаем, короче? Что-то они нам город отдают, походу, вообще. Ебать, ну, мне вот дают. Я захват! Думаю, на хивике около базы останется. Единственное, левшее надо уехать будет. Сотку конечно, оставим захват, вот тут где-нибудь. Какую-нибудь хуйню сделают. Так, может, короче, пацаны, смотрите, это страта. Гоу сразу сюда, отстреливаться вот сюда. Они по-любому да, поедут. Да. Я тогда... Я на первой станции попробую. Только и четвертый. Ты в шаг нам приедешь сразу? Конечно, конечно. Ты и по дороге а нормальный обзор сможешь просветить там? Давай, иди. У меня обзор 420, можно все увидеть. Как тройку вот сюда вот нахуй. А с какой семерой обзор? Одного танка, один танк на первую станете, семерка или я стану, я стану. Короче, я поехал в окно тогда. Одного хватит там. На четвертую линию светить. А у меня такие же призы, как и я. Это где-нибудь ты первого? Ты поломаешь по привычке, ладно? Сотки нахуй. Тихо. Я тоже ломаю. И это самое, надо будет встать так, чтобы... Опа, гной. Мы сами сейчас будут бока, вот отсюда настрелить, стопудово, туда зацелим. А ему пизды можно дать, не? Надо дать. По мне стрелять. Нельзя уже? Хорош. Так, я никого не свечу, короче. Хорош. Еще давайте. Первый вот аккуратно. На первой. Я зацелю зеленку, если вам будет ебашить. Короче, никто не переезжает вообще. Т-62. За... Насколько? Надо в город пару танков еще пару. Слышите что, ПТ или сотки бы засветились, если проезжали. Переезжает родители. Я понял, значит город они хотели, а легкими танками туда. Сейчас мы их разъебем, вот этих СТ-шек. Хуярить его, он вроде стал на прострел. Едут. Да, давайте, в город смещаемся. Давай, порслач. Или 4 танка также останемся, потом поддавим. Ой-ой-ой, пойдем в город встретим. Порбики! Ой, страйк, сори, дай им поеду. Нет, стой, не агри на себя, просто прингейм, Максан, ладно? Прингейм сейчас. Заняли какие-то домики, ебашим. Да ёпт, там неудобно выезжать, в хэви, можем дать? О, батчат ваншот. Гоу в гору. Он не клипс, надо катить. Умираю. Нельзя проезжать, заедьте. Старайте, не умирайте, парни, лучше заедьте. А у них на четвертой есть еще? Откатите. Я Максана дефлю, нужен еще танк сюда. Сейчас я подъеду чуть позже. Лол, у меня лагается. 300 с первой. Люцик, я сейчас на тебя выдавлю эту. Сука. Пача? Пача, да, пиздец. КД ушел. На гусле. Я тебя прав. Сан, просто живи. Они все в КД? Ну, отстрелялось двое точно меня. Сан, ебаш, откуда говори? Вот отсюда, с жопы стреляет, Максан. Эти хиви-то, в окошке как кто-нибудь контролите, парни. А он в окошке нихуя нет. Люцик сейчас поедет с тобой вместе. Куда?
направо вот этого забирать. Какого? Дайте в жопу Максану стрелять. Можете законтролить, чтобы мы в жопу не настреливали? Вот отсюда нет никого тут? Вообще нихуя, они все не надо. Надо, надо можем первую сейчас ёбнуть или нет, парни? Поехали, Люцк. Сейчас я вместе попробую. Первую можем ёбнуть? Я под фонтан поехал. Ёб, да. Всё нормально, встречаем. Блядь. Анатольевич, танкуй с Диадором, врывайтесь. Давай, я КД ещё. 4 на КД. Низкий. Блять, мне надо закрыть. Мёртв... Заеду налево вперёд. Буду стрелять, Капи. Гоу, налево расстреляем, Капи. Давай. Ты че дай? Я зарядка. Надо базу, надо базу. Там стэшка. Кирилл, едь в деф. Я тоже в деф поеду. Живите в деф. Не успею. Живите просто. Да просто там, кстати, в деф, мы сейчас поедем и ебём этих стэшек. Деф, всё, ок, убивайте. ПТшки разряжены. Назад, этот Диадор. Хорош. Короче, так, я заеду, строю, заеду. Да ты можешь заехать левее, ну блин, я забыл. Нет, подожди, Люцку надо одному помочь, по идее. Нахуя, все нормально. Отлично. Кирилл, добей. А, вот эти танки поджимайте в бок, чтобы вот эту линию контролить, хорошо? Едем уже, все нормально. Отлично, отлично. Я сзади зажму сейчас через фонтан. Я выцелил, короче. С один или два танка страйк? Там две сотки. Угу. Я выхожу, короче, по первой. Сейчас по залпу, нахуй. Я налево. Ну инсп! Ну куда? Таня, правая стрельнула. Лол, ебать. Ты лагает как, а? Давай поменьше танк потеряем. Забирай его, не пробил ее. Да я тоже. Забери 268-го, забери. Я заберу ФВшку. Сейчас заберу 268-го. Ага, хорош. Бля, дайте пофармить, ебать. Ебануться, нахуй. Просто 13-1, блядь. Слышь, чё, АГУ, короче, сейчас возьмем, поделимся на две команды, Na'Vi и Red Rush Unity, и по обе стороны ЖД встанем. И рушением с двух сторон. Не-не-не, сейчас карта. Хуйня другая. В финале разве что. Сейчас некрасиво. А у нас сейчас есть утёс. Еще один чувак. Утёс на что другое. С утёса. Бачать? Нет у нас на замену. Рез, да, я думаю, заберем. Потому что, смотрите, если они заберут нижний, то они могут взять быстрый сетап, но мы же. Ну, не, не, не нам надо брать. Да, 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 я сам. Говорю. Я семерочку готовлю. И одну арту, наверное, нужна все. Одна арта нужна будет. Да я думаю, бачата, фоч. О, блядь, нет, тут есть 50. Я думаю, там паттаны хорошо зайдут. Сейчас приду. Паттаны не заедут. Ну не знаю, куда. Вот паттон. Немецкий паттон заебать. Арта? Бачата поджимает, светится, арта стреляет. В чем проблема? Ну арта стреляет раз в минуту почти. Ну возьми и скоростреляй. 261 возьми. Возьмите. Першот не зайдет, потому что они. Ой, этот. Может, паттон не зайдет. Вовсе 14 фашистов. Восьмом. Нельзя, 5 барабанов только, Люцк, расстрой тебя. Так это Е50М, он вроде не барабанный. А, фашисты, видите? Если сейчас здесь на этой карте выиграем, то все? Угу. Надо, не, ну как все? Это вообще тут дабл элиминейшн, и тут на целую, блядь, это ночь. А-а-а, тут, о, нормально, блядь. Тебе всегда. Да, меня полагает, если что, как на той тренировке. Так что, сори. Давай сразу выберем сетап и похрену. Что ты, Анатолич? У меня, короче, повер знает, как у меня лагало на тренировке, вот, примерно сейчас так же. У меня сейчас точно так же лагает, как и вчера. Обида. То есть, пиздец. Надо играть похуй, Анатолий. Да мне похуй, кажется, с ПТшки нормально зайдут, амерские нет. И быстрые какие-то танки. Я на... Семеры зайдут саппортить. А, да не зайдут по-любому семеры. Нужно, они быстрые. Она Е4, они надо 50Б, пацаны. Они с бачатами заедут нахуй наравне и это следует. Меня бачат есть, да. Я могу на бачать. Меня бачат вообще не пробьет. Сколько бачатов возьмем? Короче, бачатов по максимуму. 5 и все. Я или могу 4 бачата, 1 фоч. Слышь? Я на Е4 оставлю. Да не нужно. Нет, 50Б не надо, либо фош, либо бачат. А, так а слышите, что такое разрешено 5 барабанщиков? Да. С подключением только. О, нихера себе. Хорош, ты лян. Смог. Все, я теперь что-то понимаю в этой игре, походу. Нет. Не, я думаю, что ты не прав в таком утверждении. Не, зачем нам тут 57, блядь? Тут нужно бачатов по максимуму. 57 не нужно, бачаты нужны. Возьми 4 бачата одного фоша. Один фош. Ну. Один я тогда на эту, на эту подумаю, все, я один нормально заберу. Бачата, норм. Ну я могу бачата взять, нужно, да? Да, бери. А у меня только СТшки есть, ну мне барабан. О, прикиньте, короче, не хватает 2000 опыта, чтобы лампочку прокачать. Всем короче, я могу... Смотри, я бачата могу взять еще. А если у них будут бачаты и другие СТшки, это будет плохо. Надо СТшек, мне кажется. Надо больше СТшек. Мне барабан заберите. Помните на ГК, когда играли, у нас СТшек было просто пиздец, даже когда десятых ливал. Да-да-да, мы сразу поджимали и ничего надо не давали делать. Надо больше СТшек брать. Ну, арта, ну мы там паттон брали, мне кажется. Не забывай, что при этом арта еще нужна.
Ну, так я кол, вот, да. Слышите что, можно то же самое сделать, то что в 7.42 делаем, да. Проехать туда, поджаться, и хуя никуда проедут. Ну да, я тоже хочу поджать, именно побыстрее сюда. Ну, все равно, ну вот смотрите, как раз на эту хрень нужно. Подъеду на хэвик, например. Я с оборотами. Буду, я 50М, берите меня быстро, как шлюха. Смотри, на первую линию поставить. Но нужно брать что-то, короче, у которого более-менее пушка спускается, иначе все они забиты. С первой беру заебут бачата нас. Или что-нибудь другое какое-то там. Кстати, 62 тут зайдет, по идее. Он да. Говно, блядь, тут, у этой... Ну, да. 62 или 140 нормально зайдет. Да лучше бачата. Он низкий, он там будет хуй сосить. Ну, блять, бачата плюс 62-х, плюс подожди, бача... какой-нибудь Е50. Е50 пушка пускает. Не барабанные СТ. Я возьму, вот. Я могу взять 50М нормально 121-го китайского. Я на бачата сажусь, короче. Короче, я 62 возьму. КС-121 забей. 121 не нужен, не опускается орудие. Это как Т-44-122 мы тестили, бред полный. Е50М пушка пускает, как у пата. И, кстати, можно взять одного Е7, он, по идее, может башни знаковать сверху там. Ну, я возьму Е7. Надо взять танк, который может башни светить хоть что-то. То есть семерка, ну, одна точно понадобится. Бачат норм. Короче, я бачат взял, похуй мне. Возьмут кучу ПТ-шек, это значит, что они, ну, или будут чем-то подсвечить и ебашить. Кола, ну, кофе нужны или огнетушитель? Так, у нас пока взято. Я с огнетушим, раз, к сожалению. Перков нету. Давайте 3 бачата и пару СТ-шек. У меня пересаживать барабан. Типаж надо бачата или нет? 4 бачата, я считаю. 4 бачата, 1 фур. Смотри, страйк, павер, левша, еще. Левша бачат. А кто еще там бачат? Давайте повар. О, повар. А если давай британца поставить не свети? А ты на бате, блядь. Какой британец? Нет, нужно пойти. Да не слушайте этого придурка, он бухой походу сидит. Иди ты нахуй, у них сетап такой, что они наверх навряд ли поедут вообще. А куда им еще ехать? Они поедут наверх, они сдохнут, это заебись. Нам надо верх отжать и все. Да, занимаешь сам. Вершину самую. Просто потом и ты царь горы. Одну арту брал, Эклипс. Эклипс, возьми одну арту, нормально будет. 261-го какого-нибудь, блядь. А по трассе куча ПТ-шек, надо то, что будет убивать ПТ-шки. Ну вот, все. Че, да? По-моему, Е100 станут на первую, например, в начале. По-моему, Е100 вообще не нужны тут. Первую одного поставим, а вторую наверх поднимем. Да лучше Е4 взять того же. Ну да, кстати. У меня лучше Е4, реально. Ну, одного Е100 может на внизу оставить, пускай там. Так стоит. На низ лучше Е4. Да, блять. Низ нужно кому-то оставить. Там надо танковать, чтобы кому-то мог. Ну, он там Е4 лучше. Е100, связка, хули. А почему не маус тогда? Он не до... Или он маус удар не держит. Е4. И он не дамажит вообще. У нас только 3 барабана, надо дамажит. Еще... Не, можно маус вообще Е3 оставить. Можно, слышите, Делюкс, можно его так возьмут? Хэвик, на его башню торгануть и похрену. Да ты че, зачем он там 90 мм, чем ты собрался танковать? Че два барабана взять? Под двумя артами, он же отрадует. Бля, раз, нахер тебе это чмо? На 4 барабана сейчас. Лучше бачата возьми, капи, это урод. Подожди, вообще. А у меня нет бачата. Потом а ПТ-шки, кстати, лучше с этих бачатов возьмите. Заебемся пробивать. Надо что-то такое. ПТ-шки эти легко пробиваются. Давайте фашей наберем побольше, легко. Парни, у нас фашей вообще ноль. Возьми фаша, капи, есть? Ну вот один фаш. Два фаша один фош, 4 фаша? Бачата. Все. Ну да. Поехали, нормальный сетап. Подожди, но у нас нету фаша. А, у нас пока только 3 бачата, я вижу. А павер на бачате. У нас пока только 3. Капи, что у тебя есть? Капи, возьми вместо хеви этого унылого. Хеви не нужен вообще, нахуй. Ну, у них 4 бачата, нам надо агрессивнее с тэшками их там расхуярить. Возьми. Давайте я возьму бачата, если надо. Все, я взял. Да все, стоп, давайте посчитаем. Так, 2 фаша, 3 этих, да? Или назад на семерку сесть. А что-то 3 бачата и 2 фаша, да. Не, могу на смерть назад. 5 ПТ-шек, ой, 5 барабанных. У них 4 бачата. Сколько? Ну все, мы сейчас агрессивно разваливаемся. 2 арты, у них 2 арты еще. Похуй вообще. От арты, ну, кстати, все, фаши готовы? Дохнут жестко очень. У нас только 2 фаша. У нас схожи будет в жопе будут. Стоять, по идее. Че, го? Ну, фаша, да, куда-нибудь в жопу, не знаю, даже, блядь. Так, Максан, ты поедешь, наверное, на первую? Я не знаю, зачем 2 фаша, если честно, ну ладно. Угу. Нет, 2 фаша точно не надо, пацаны, нахуя. Возьмите бачат одного вместо фаша. Нахуя 2 фаша? А пускай из маяка вываливается. На первую, кстати. Пускай едет, подождите, стоп, у нас... Барабанов. Е4 есть, дедо. Так, пускай все стехи по миду, а есть фаши я. Из маяка заходят, там ебутся. Пиздец, типы давно уже выбрали сетап. Мы выбираем, блядь, 10 минут танки. Ну потому что у них танков 20 тактика штук. Охуенная. Ты просто на... по центру ебашат СТшки нахуй, а фаши хуярят за маяк. Ну, а делайте ее. Не, Е3 не канает вообще. Че? Все, короче, поехали. Стоп, не стартуй. Давай механ обратно возьмет фоша и поедет за этот. Вместе с семеркой с какой-то. Я могу за с семеркой, да, подержать их, короче, за маяком. Но у нас... И там еще один бачат за камушек проскакивает, нахуй тут. И дохнет от арты. Это в 7.42 нет арты, а здесь есть. Ой, бля. Не попадет. Все, они готовы. У них арта быстрая, у них будет первый отстрел по центру, по идее. Ну все, стартуй.
Какая арта, я никогда ни от арты не умирал, так что все в порядке. Да ладно, ты что? Хорошо. Нет, все. Не верено. Только не от бизонов, не от арты, только бизон, от бизонов. Там арта. Бизона нету, похуй. Какой бизон, фу, говно, арта вообще? Плюс один. Это единственная арта, которую все боятся. У них тоже, кстати, что-то... Бать, у нас еще 2.50 м. Охуенно. Сейчас главное агрессивно сыграть СТшками и разъебать. Вот сюда, бачатами, да? Так, будем первую чекать вначале или похуй? А, в натуре можем сюда приехать. Да, вот сюда батами приезжать. Поднимаем все танки. Да-да-да, и у них арта просто будет. Оставляем и все. Так давайте все места. Едем вот так вот. Зачем все места? Не через зеленку, а вот так вот. А зачем так? Куда поедешь? Может, я первую чекаю? Там место тупо на всех СТ. Я первую, зачем? Да нахуй это первая. Погодите, смотрите. Бачатами, мы, короче, едем туда бачатами. Да. А другие СТшки нас прикрывают. С горы, да. Ну, да. Значит, арта должна сюда кидать, да, получается? Ты вот сюда хочешь прижаться? Да. Да, не сделаю. Арту-то подними лучше. Блин, погодите, за один, хотя, блядь, у них... Я тогда буду чекать его. Поехали первый. Е100 должен на первую нужен. Кирилл, нахуй тебе там на первый делать? Поехали. Сейчас чекни-то приедет, не ссы. Я вот так, если что, заеду. Это ни о чем. Семерка у нас есть. Да ты там сдохнешь. Ты там сдохнешь сразу, Кирилл. Просто чекни и сразу спрячься, Кирилл. Просто есть расширение. Фашами вот так вот обходим, я с семерой вам помогу. Нормально, нормально. Да лучше бы сначала отсюда с кустов постреляли. Если туда встает, а семерка поднимается к нам. Кирилл, все, не надо, Кирилл, не надо. Хуярь, нахуй! Парни, они вот отсюда будут ПТшками хуярить. Кирилл, останься светить этих пидорских ПТшек, ладно? Можем заехать разъебать батов. Ой, их видим, нахуй. Они долго поднимаются, надо их ломать. Они еще пульки закончат. Я в КД ушел, пиздец, я в КД. Да вы чё, блин? Надо выходить и забирать батов. У них баты на КД. Арта, вот сюда сведись. У них здесь стоят уже ПТшки. Да, уже поджались ПТхи, нахуй. Помер, я могу к тебе, блядь, не смогу, похуй. Нет, надо из-за маяка сейчас ехать. Пать. Так, я уезжаю, короче, наверх. Арта, две КД. Я в КД. Арта, две КД. Они пробуют выходить стрелять. Хорош, хорош, нормально, нормально сейчас. Поехали за маяка хоть пару танчиков нахуй зайдем. Давай. Ты КД там, да? У меня КД, да. Там Максану. Давайте за маяка, два фаша нормально выйдут, а мы в этот момент с центра выкатимся. Где фаши-то, алло, алло. Че, давайте за этот. Мне тут сейчас два бачата приедут, лицо ломать. Вы меня кроете? Я сейчас крою, да. Нет, а, нет, вы меня не кроете. Сведешься к этому, к пауэру, я тоже попробую. Здесь не будет прострела. Ну, закайтишь, закайтишь. Тут некуда. Едвар, подожди, я пройду. Ладно, я заряжу. Как только у нас из-за утёса выйдут, надо будет с центра выходить пробовать. Капи, смотри, а ты, Пауэр, в жопу им зайдёшь. А я не шучусь вообще ещё. За беда, ребят. Первый, бачат, первую, первая, да, помощь нужна. Знаете, на кем кто-нибудь тупо туда? Прочекай, чтобы это бачат. Смотрите! Мы сейчас центр ломать будем. Ломайте, ломайте, с центра выходим, парни. Ебать! Ещё здесь два танка максимум, хорош. Тут еще бачат. Гадите, гадите назад. Пауэр, зайдёшь им в жопу, ладно, бачат, ну чтоб они нас не расстреляли. Заберём втроём, слышите, чё? Сейчас помогу. А, не съебались от ховера, они снизу все лов. Он КД вот этот пацан. Все съебались, ломаем центр, потом расконтролим их сверху, хорош. Отлично, этих хуярить. Вправо, направо. Я в КД. Делюкс, приезжайте. Хэви без двух вот этого, забирайте хэвика. И потом остальных жираем. Хэви без трех. Я вот на этого сажусь. В центр, ну, туда уехал, в базе. Я в КД. Надо возвращаться уже. Давай на херню только не. Надо арту. Законтрольте, чтобы они на базу не вернулись, мы их просто базу отожмем на изичи. Хорошо. Отрезаю понизу. Нахуй. Кто-нибудь один сюда проедете на быстром танке? Да, все уже. Да все нормально. Да все уже, им пиздец. Не-не-не, ну понятно, что пиздец, съедьте. Сюда обязательно. Я туда проеду, парни. Нужен еще танки в деф. Сейчас будет обрезать меня. Давай, Дима, давай. Да габелим уже, лол. Да понятно, что габелим. Убейте арту кто-то. Я еду. У нас. Он просто не догадались на захват как-то. Один бачат на захвате, короче. Врываюсь, ёпта. Что на страшно, меня заберет. Да хуй пробьет. Он мне не попал дважды. Профессиональный бачат. Да пошли пять их коричневых трахать, лол. Короче, это все. И коричневые все выиграли. Да. Блять, если бы мы знали, это не уйти надо. Они так рано приезжают. Мы бы не поехали. А на сколько тебе уйти? Да, ну как, это очевидно было. Полчаса уйти они надо. Сюда поехали. Я не уйти не могу. Но мы вдвоем. Куда, а куда еще бачатам ехать на этой карте? Плюс я тебе в личку кинул аккаунт, если что. Да не надо, мне могут играть точно так же, как на 90-ках. Ебать, он с вертухи по мне попал. Я если какой-то бы мы неудач. Ожидали, что они приедут, они привыкай, бы остались. Я думал, ты уже научился. Все на ходу едет, разворачивается, ебутник мне.
Знакомое чувство. Что-то где-то я уже это видел. А тебе вот эту ПТ-шку втащил, Страйк? Или арта тебе пизданул? Да я не знаю, кто. Да вы заебали меня уже! Ты можешь не орать. Когда у нас 90 эти 7.42 сюда едут, они всегда умирают, потому что центр расстреливают все танки их. И бычаты точно так же по таймингу едут. О, норм. Там если бы мы это ожидали, они бы не проехали вообще. Посмотрите, сколько мы с Максом на первой натанковали, ёпта. Инспорт воин. На дамажили нормально вообще. Чуваки выехали 5 в 2, и двое сдохли у них. Ну да, но я вас там саппортил. Пошло походу что-то. Совсем немножко. Там у нас нормально на первой, они даже не знали, сколько у нас танков стоит тяжелых. Чё сейчас зайдут? Зигфрид или что? Всё, 2-0. Всё. Следующий бой, Коннор. Когда следующий бой? Го в контру, чуваки.